Заболеваемость респираторными заболеваниями в городе постепенно снижается. Тем не менее, некоторые анализы требуют более детального исследования в лабораториях. Об их результатах доложила заместитель начальника по медицинской части Ирина Криушева. Диагноз гриппа разрешается ставить только вирусологически подтвержденный. Тут мы отправляли на Москву 10 анализов, из них 6 пришли положительные. Один взрослый, остальные дети. Вирус гриппа свиной обнаружили. И 2 человека, 2 ребенка – вирус гриппа группы В. Инженерная инфраструктура города эксплуатируется в нормальном режиме, без ограничений потребителей. А ближайшие события в городе отмечены спортивными и культурными мероприятиями. 4-5 марта состоится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» Олимпийские дни баскетбола. И 5 марта состоится возложение цветов и венков на деревнях Серебрянка и Кукуевка. А уже в это воскресенье, 1 марта, приглашаем всех жителей и гостей города на широкую масленицу. Мероприятие будет проходить на территории городской летней эстрады с 12 до 16 часов. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.